Скачки в боксах. Шесть лошадей в боксах, из которых только один гамбар не имеет в активе побед в традиционных призах. Включай мигалку, не забудь. Дан старт восьмой скачкой. Приз Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Перед трибунами вперед выходит Соник Зил. По бровке на втором месте Паландер. Остальные кучно. Перед трибунами скачку ведет Соник Зил. Статик Мемори выходит на третье место. Паландер третьим. На четвертом месте Гамбар. Пятым Quite Endanger. Перед трибунами Соник Зил впереди. На втором месте Статик Мемори, на корпус сзади. На третьем месте по бровке Паландер. Четвертым Quite Endanger. Пятым идет шестой номер. Пятым идет Hot Idol. Шестым Гамбар. Лошади входят в правый поворот. Скачку ведет Соник Зил. На втором месте Static Memory. На корпус сзади. На третьем Паландер. Далее по левой стороной Quite Endanger четвертым. Рядом с ним идет Hot Idol. Замыкает Гамбар. Лошади выходят на противоположную прямую. Скачку ведет Соник Зил. Пейс довольно средний пока. На втором месте на полтора корпуса сзади Static Memory. Далее кучно пошли Паландер, далее Гамбар и Соник Зил, и Quite Endanger, и замыкает Hot Idol. По противоположной прямой Соник Зил продолжает лидировать, на втором месте идет Static Memory, на третьем месте Паландер, четвертым полевой стороной тут же Гамбар, Quite Endanger пятым, Hot Idol замыкает, лошади начинают приближаться ко входу в левый поворот. Static Memory захватывает Соник Зила и выходит вперед на шею. Впереди идет Static Memory, Соник Зил вторым, Паландер третьим и Quite Endanger тоже четвертым. На пятом месте идет Hot Idol, замыкает Гамбар. Static Memory вышел вперед на полтора корпуса. Static Memory лидирует, Соник Зил вторым, Паландер третьим. И на четвертом месте тут же Quite Endanger. Впереди идет Static Memory. Далее борьба за второе место. Паландер выходит на второе место. Выход на финишную прямую. Static Memory лидирует. На втором месте Паландер. Далее Quite Endanger и Соник Зил. Соник Зил не сдается, пытается контратаковать. По финишной прямой. Паландер захватывает Static Memory. Они пошли в борьбе за лидерство. Паландер и Static Memory лидируют. На третьем месте тут же Соник Зил. Паландер выходит вперед. Паландер лидирует. Static Memory вторым, Соник Зил третьим. Паландер приближается к финишу и выигрывает приз Министерства сельского хозяйства. Static Memory вторым, Соник Зил третьим. Далее Hot Idol, Quite Endanger и Гамбар.